В департаменте по делам госслужбы мечтают отучить чиновников брать взятки. Основной упор не на карательные практики, а на профилактике, выявлении и устранении самих причин и условий, способных привести к коррупционному преступлению. Сейчас общая тенденция идет к тому, что и законодательство меняется, и сама работа меняется по профилактике коррупции. То есть, если мы раньше как выявляли правонарушения и привлекали ответственных лиц к различным видам ответственности, сейчас стоит цель не допускать данные нарушения. То есть, надо выявлять именно условия, создающие условия для коррупции, и работать именно в тех сферах, в тех участках, где есть проблемы. То есть, искоренять именно вот эти условия, способствующие коррупции. Без карательных мер в борьбе со взятками не обходится. На посту Атамекен выявлены факты системной коррупции. Помимо склонности к взяткам самих сотрудников таможенного поста, здесь полностью отсутствовал контроль со стороны руководства. За истекший период 2016 года, 2017 года, управление внутренней безопасности, мы работаем тесно с антикоррупционной службой и другими правоохранительными органами. Было нами собственными силами выявлено 6 коррупционных преступлений, а совместно с антикоррупционной службой мы выявили 11. В прошлом году из органов государственных доходов, это таможня, налоговая служба и бывшие финполовцы, было уволено 17 должностных лиц. В том числе один сотрудник за дискредитацию правоохранительных органов, 10 работников по решению суда и 6 за грубое нарушение трудовой дисциплины. К дисциплинарной ответственности привлечены 5 сотрудников. Наряду с борьбой со взяткополучателями проводится работа и со взяткодателями. Мы не только среди сотрудников, мы не только взяткополучателям работа ведется, а взяткодателями. Вот в прошлом году у нас было по заявлению нашего следователя службы экономического расследования был извлечен взяткодатель, который был также осужден, привлечен к уголовной ответственности. Заместитель руководителя областного департамента государственных доходов Нуржан Тенлибаев напомнил, что от эффективности таможенной службы зависит экономическая безопасность государства.